Современные технологии в действии. Близится к завершению реконструкция канализационного коллектора Королёв-Щёлково, одна из магистралей межрайонной системы водоотведения. Коллектор был построен в 1962 году. По нему из космического Наукограда с населением 100 тысяч человек стоки приходят на щелковские очистные сооружения. За полвека трубопровод износился, и возникла необходимость в его перекладке. В рамках государственной программы развития инженерной инфраструктуры Московской области при софинансировании администрации городского округа Щелково производится капитальный ремонт двух ниток канализационного коллектора диаметром 1000 до КНС Соколовский. Это основные нитки, которые берут сточные воды как из города Щелково, так же и из других муниципалитетов. Администрация городского округа выступает заказчиком работ, она же осуществляет строительный надзор. Основная часть двухкилометрового коллектора уже переложена. Сейчас меняет участок трубопровода на подступах к КНС в районе улицы Центральной в Щелкове. Причем без раскопки траншеи по уникальной технологии «Институт-Форм». В 2019 году, в начале года, прошел конкурс, победила компания, которая уже зарекомендовала себя на таких объектах, компания из Татарстана. Технология уже отработана, материалы российские, значит, специалисты сертифицированы. Инновационный способ замены трубопровода рекомендован техническим советом Министерства ЖКХ Московской области и признан лучшим в условиях стесненной застройки. Аналогичным способом специалисты компании «Ремспецмонтаж» восстановили коллектор во время строительства парка «Зарядье» в Москве. В данный момент ввели 50 метров. Дальше все идет в процессе. Необходимо контролировать подачу и уровень столба, то есть уровень воды, который находится в столбе. Важно отметить, что потребители никаких неудобств не испытывают. Во время проведения работ стоки идут по второй трубе в этой же траншее. Вот так, сантиметр за сантиметром, полимерный рукав опускается в так называемый напорный столб. Это специальное отверстие в канализационной трубе, благодаря которому вот такой 200-метровый отрез помещается в трубу. Там он под напором воды расправляется и уже буквально через несколько дней станет полноценной трубой взамен старой, которая уже отслужила 50 лет. Контракт на санацию коллектора Королёв-Щёлково рассчитан на 3 года, до 2021-го, но специалисты постараются закончить работы быстрее. Михаил Налётов, Сергей Максимов, Щёлковское телевидение.